Поднимаемся мы. Немножко осталось. А, вот, прошлись. Давай руку я тебя потащу. Я на медведь спрошу, я там шуру ступенек. Там больше ступенек. Да, на медведь больше ступенек. Где-то 800. I got a creak in my neck, limp in my step, cramping in my muscles every time I try to flex. The broke egg. Украина добавляет еще и сильнейший соперник из Франции. Занимает наши спортсмены. И мы сегодня Алатау комплекса. Биатлон. Вот наш под номер 17 будет. Ақырғы болғанымен, ертен, таңертен біздің ұлттық құрама команда барлық қатысушылармен және де сервишілермен бірігіп әлем чемпионатына аттанады. Әлем чемпионаты 9-на 9-ы уже бірінші жарыс болады. Аралас эстафет. Онда қазір біздің ұлттық құрама команданы қорғайтын потрясающих горных вершин. Браво, Максим. Қыздар арасында. Да, третий еще. Так, вот. Алло. Видно, не видно? 16 наша Куц Тим Тимур. Потом 17-й Витенко, Владимир Витенко, под номер 17. 27-й Хамид Катин. Мужчина 15 километров. Ура! Все, готовится к старту. Спортсмены. My only one. You my number one. You're one of one. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Линейку спортсменов, вслед за ним жители Балтийского региона также держатся как бы сбегами. Спортсмены, это и правильно, это один из тактических таких решений, когда спортсмены одной сборной держатся рядом, там можно всегда регулировать какие-то моменты, можно придерживать своих конкурентов, либо создавать искусственный такой отрыв. И после маленькой пустышки вновь появится уже здесь, на обязанном. А между тем два лидера таких промежуточных, закончив штрафные круги, остались догонять лидеров. Это Джульти и Паверницын по одному штрафному кругу допустили. Видимо, сказывается высокий темп гонки. Ну вот, друзья, то, о чем я и говорил, очень непредсказуемая и в то же время интересная гонка сегодня, друзья. Будем болеть за спортсменов, друзья. Не теряйте инициативы, давайте поддерживать всех спортсменов, ребята! Спасибо.
Молодец, молодцы, молодцы, молодцы. Что немаловажно, в одну жуки прекрасно стрелял вечер его рубеж, что естественно. Третий идет француз. На высочайшем уровне. Let's run away now and forever. My youth, my youth is yours. A truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth, my youth is yours. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. We're glad to greet you at the flower awarding ceremony in Man 15 Kilometers Mass Start of 28th Elegy 2017 Winter Universiade. Flowers are presented by мәдениет және де спорт министрлігінің 100 спорт түрлері бойынша республикалық олимпиадаға дайындық орталығының директоры Deputy Head of Delegation Сембеков Мирхаят. Honored coach of the Republic of Kazakhstan, the judge of the national category, Sorokin Vladimir. Director of Cross Country Skiing and Biathlon Complex, Charlie Kasimov Yerlan. Bravo.
third place, Panda Phantom! Second place, Yeremin Roman! Our people are kind of friendly, no doubt.
наш автобус, он беленький стоит. Да. Да. Я еще, наверное, завтра уже приеду. Все гонки. Красиво. Фигура красиво. Автобус подъезжает. О, класс. Красиво. Как у нас красиво. Очень красиво. Это точно. Что степь, что горы, что лес, там если дальше на север ехать. Вообще обалдеть. Снег как мороженое.